У нас в России должны состояться крупные международные спортивные соревнования, в том числе и чемпионат мира по футболу. И вот я для того, чтобы подчеркнуть особый, доверительный, стратегический характер отношений между Германией и Россией, предложил, чтобы в 2018 году немецкая сборная выступила за Россию по футболу, а российская за Германию. Но господин Гиде Вестервелле что-то замахал руками, я не понял, то ли от восторга, то ли от возмущения. На самом деле это предложение связано не с тем, что мы не доверяем своим спортсменам. Мы как раз доверяем, но мне кажется, что ответственность у спортсменов значительно бы выросла, если бы они играли за другую сторону.